Еще один ящик тащит. Поебали его. Раком, блядь. Вот нахуй они два-то притаранили. Ну не знаю, сейчас будет сваливать туда, по ходу дела. Сейчас песка насыпет. Подравнял, пиздец. По военному. Толкни вот, наверное, нахуй. Давай, старайся, начнут, блядь. Могли бы их поднести поближе. Ну реально, нахуй тащить твою машину, чтоб ехала. И что, их потом они понесут отсюда, эти два ящика? С песком? Я не знаю. Все, давай. Че, отпускай-то? Все нормально. Интересно, мимо-то будет, блядь. Конечно будет. А че кузов-то не открывается? Кузов-то не открывается, сов. Уйди оттуда. Он сейчас сам попрет. А, во-во-во. Назад. Во-во-во. Да ёпта, блядь. Алло, привет. Ну да, чё? Сегодня? Ну да, чё? А, ну хорошо. А, ну мне тоже что-то съесть надо, да? Все, я понял, хорошо. Ладно, давай, тут военный идиотизм, бля. Да тут вообще пиздец. Не, ну долбоёбы, блядь. Да вон, накосячили тут, блядь, машина с песком пришла из окна, смотрю, блядь. Вон, ящик развалился. Ладно, ладно, давай потом расскажу. Вон, на телефон снимаю. Ладно, давай, Игорь. Бля, смотри! Ой, блядь. Молодцы!